Приветствую, друзья! У меня сегодня то ли 10-й, то ли 11-й день игры, и я вспомнила, что я забыла выйти в эфир. Время уже 10:30, а я шоколадки тут себе готовлю. И у меня просто мысля такая, блин, я забыла. А по игре мне нужно каждый день выходить в эфир, поэтому пофиг. Что я делаю? Вообще, что происходит, буду выходить. Если такие вопросы какие-то будут интересны, задавайте. Темы у меня нету. Вот, могу научить готовить шоколад. Вот. А могу не научить, могу на какие-то вопросы поотвечать. Привет, привет, да. Так, что я делаю? У меня какао тертое. Шоколадки, видите, такие классные. И какао-масло. Я сейчас их смешаю, на водяную баню поставлю, ну, то есть кастрюльку водички и растоплю. Добавлю либо мед, ну, обычно я за место меда вот такую штуку добавляю. Сейчас покажу. Вот такая штука, это ресвератрол, косточки, выжимка из косточек винограда для сладости. Все, шоколад готов. Добавляю совсем чуть-чуть, потому что я горький люблю. И можно заливать форму. У меня вот такая большая форма, вот такая вот большая шоколадка. Но сегодня я решила делать не такую шоколадку, потому что я позавчера такую большую делала. Слишком переедаюсь этим шоколадом. Я решила сделать конфеты из банана. Вот. Но изгаляться опять не буду на шпажках. Как я это делала раньше, фотки показывала. Так. Я просто возьму, порежу кусочками банан и сверху залью шоколадом. Но предварительно, вот на такие кусочки. Я не фуд-блогер, я просто не успела выйти в эфир. На вопросы могу отвечать любые, пока готовлю. Надеюсь, ничего страшного, что я готовлю. Так. А сверху на банан у меня клубника, малинка будет. И замоченные предварительно орехи. Здесь кешью, фундук, миндаль, что-то еще. Арахис, по-моему. Вот. Короче, вот такие у меня дела. Чем плох 80% из магазина? Шоколад? Ребят, я не ем сахар. Это сразу мигрень, это сразу проблемы. Я не ем синтетику, я не покупаю в магазинах никакую еду. Я сыроед, я ем только сыры, фрукты, овощи, проращиваю все виды каш, семян, микрозелень. Делаю салаты, заправляю либо лимоном, либо сыродавленным маслом. Всю эту химию и в магазине я не покупаю и не ем. Я за здоровое питание, за чистые мозги. Шоколад в магазине полный меня, потому что там одни красители, эмульгаторы, сахара, различные усилители вкуса. И, короче, шоколада там нету в ваших шоколадках. Так что, вот, я категорически такую отраву есть не буду. Это невкусно, во-первых, после нормального шоколада, натурального, который ты сам сделал, не положил туда никакой химозины. Есть обычный с магазина невозможно просто. Все, кто у меня пробует этот шоколад, говорят, в магазине больше мы не покупаем. Плюс дешевле все равно такой шоколад делать. Сколько желаний уже сбылось? 8 желаний у меня сбылось, пока я выполняла задание до игры. То есть у нас было 10 заданий, нам нужно было проанализировать все сферы жизни, выписать все цели, все задачи, придумать желания. И пока я их написала, у меня уже 8 из 30 сбылось. Поэтому мне пришлось дописать новых 8, и сейчас, какой 10-й день, 5 из них сбылись. Завтра я покупаю билеты
посмотрим на голосование либо на Бали, либо в Таиланд, либо на Камчатку, либо Камбоджу, либо этот Египет. Но он туда не влез в голосование, никто и не написал мне про него. Поэтому завтра будет шестое. Шестое желание исполнено. Так, что я хотела? Еще банан порезать. Ничего страшного, что я буду готовить шоколад и с вами разговаривать. Когда постоянно на стоянке бьют и царапают машину, к чему это? Что мне пытаются сказать? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Машина — это скорость, да? Машина — это движение. Машина — это перемена. Машина — это средство перемены. Это ваш ресурс для перемен. И этот ресурс бьют, да? Что с ним делают? Царапают. Блин, какая там интерпретация. Бьют, да? То есть вы каким-то образом, сейчас подумаю, если машина — это средство, ресурсы для вашего передвижения по жизни, для перемен, и вы эти перемены бьете, бьете перемены, как это можно интерпретировать, бьете перемены, разрушаете ресурсы, которые могли бы вам идти к переменам. Что-то вообще в голову не лезет даже. Еще какие-то варианты. Может, что надумаю в конце эфира. Так. Сегодня захотела поесть сырой свеклы, радостно так. Ой, а у меня сегодня как раз салат. Сырая свекла с сырым кабачком, зеленью, лимоном и проростки маш и нут. Да, нут, у меня вот такие динозавры выросли. Потом, чем я его еще заправила? Порошком из корочек. Чё, у меня вообще башка не варит, переработала сегодня. Из корочек цитрусовых, вот, там апельсины, мандарины, было очень вкусно. Кстати, на вид могу показать, как выглядит, честно, не вру, из свеклы. Сейчас покажу, раз на кухне. А, здесь еще помидоры, огурцы, вот он, красный салат, вот такой. То есть у меня тут проростки из нуда, огурцы, помидоры, кабачок, да, вот основной ингредиент. Вот я питаюсь каждый день вот такими свежими салатами, объедаюсь шоколадом либо тортиками сладкими каждый день, конфетами, потому что шоколада я прям много сейчас поедаю, не знаю, мне очень нравится. А на утро каши из зеленой гречки с фруктами. Вот такой у меня рацион. Уже год на таком питании. Я просто кайфую. Энергию. Блин, я не знаю, куда ее девать. Вот реально. Я ложусь спать. Вот вчера, допустим, легла в 6 утра, встала в 10. Просто как будто я неделю спала. Выспавшаяся, вообще круто прям вскочила. И целый день в делах. Не могу забеременеть. Забрали потенциального мужчину. Уже даже забрали. Он жив, ушла от него. Что нужно проработать? Ну, у вас страх иметь детей, брать ответственность за детей, страх давать новую жизнь, это получается, если на себя переложить, то у вас страх за себя. Когда вы в безопасности чувствуете себя, максимально безопасно, безопасно за завтрашний день, да, легко, тогда приходят и дети, видать, у вас, ну, эти темы, конечно, вот так вот взять и вот просто вот пару слов сказать, и все решится, не получится, это надо прорабатывать с психологом, какие страхи, да, о чем, почему вы боитесь, может быть, вы, блин, недавно только эту тему разбирала, что-то мне вообще в башке вылетело.
Так, поставлю я шоколад растапливаться. Вот так. Страх. Может быть, такие шаблоны, типа я недостаточно хороша, там недостаточно взрослая, недостаточно там беру на себя ответственность за себя, за свою жизнь. Мы сейчас про детей не говорим. Здесь надо вот эти моменты разобрать. Что-то не идет у меня эта тема. В коллективе между старыми и новыми сотрудниками холодная война. О чем это может говорить? Может, пора свалить с работы, поменять место? Сейчас, одну секунду. Какая-то война в голове происходит. Какие-то внутренние конфликты, не связанные с работой, конечно, с противоречивыми какими-то желаниями. Вот. А люди, ну, понятно, этот конфликт и транслируют. Опять же, о чем, да, если, и вот если есть детали, да, подробности, тогда можно хоть как-то разобрать. Вот вы присылайте по три слова, как бы я же не ясновидящая, так сказать. О чем это? Это можно тоже в общих чертах сказать. Конфликт какой-то в голове, сами с собой какие-то споры ведете, сами с чем-то не согласны, но пытаетесь в это верить или себе доказываете что-то, ну, там, какую-то мысль. Но при этом с этим внутренне и не согласны, но хотите себя в этом обмануть. То есть какие-то внутренние конфликты. По поводу чего они там ссорятся? Что у них не так? Вот надо вот туда смотреть. Так, шоколад почти растопился. У меня на бананы аллергия, лицо сразу чешется. Я соглашусь на любые фрукты, овощи у людей, которые не привыкли вообще есть фрукты и много зелени, будет аллергия, потому что включается процесс чистки. Фрукты и овощи очень быстро усваиваются и начинают выводить все токсины. И кто, например, если попытается первое время переходить на большое количество фруктов, овощей и зелени, тот будет ходить с прыщами, с аллергиями, с соплями, я не знаю, по-всякому это может проявляться. Потому что начинается чистка, вывод токсинов. Когда мы обычную еду едим, там, вареную, мясную, наше тело весь этот мусор внутри складирует, и потом мы получаем разные болезни, которые выливаются через какое-то время. Ветром типа надуло, врачи разводят руками откуда, ну так, наверное, вирус или еще что-то, а это все наша еда. Вот, но еще плюс, фрукты, овощи, помимо аллергии, которые вызывают, это нормально, потому что это процесс очищения у организма, они нахимичены всякой херней. Фрукты, овощи у нас с удобрениями, пестицидами, надо их на ночь замачивать желательно и на полчаса класть в перекись водорода, чтобы с них все сошло, в том числе, как наши бананы попадают к нам, это ужас, как их искусственным путем дозревают, вот, поэтому то, что они токсичные, я не спорю. Но у меня тут фу, проблем с этим нету, с бананами. Я их тоже отмачиваю на ночь, потому что шкурку я люблю использовать. Она каждое утро заменяет мне
Для фейса маску делаю из авокадо, либо из банана. Вот, поэтому я бананы тоже замачиваю на ночь. Можно просто в таз воды налить и чуть-чуть перекиси водорода. Так, шоколад растопился вроде. Благодарю за эфир. Мужчина младше на 12 лет. Как относишься к разнице в возрасте в отношениях? Ой, я позитивно отношусь. Для меня вообще нет проблем. Мой бывший муж на 9 лет меня младше был. А все мужчины всегда были младше меня на лет 10. У моей мамы, бабушки по маминой линии, у бабушки по папиной линии такой ливень на улице начался резко. Все мужья в нашей семейке на 10 лет младше женщин. Все мужчины младше. Неважно, по каким родственным линиям. И я к этому отношусь не просто спокойно, а прям с воодушевлением. Мне именно нравится такая позиция, когда мужчина помладше. Вот, но он должен для своего возраста быть достаточно умен, образован, целеустремленный и проявлять качество мужчины. Мужики, правда, и в 50 лет дети, и в 60 лет бывают дети. Вообще сейчас смотришь на мужиков и женщин, не повзрослевшие дети, вот прям как я. Слушайте, у нас такой дождяра начался, это капец. Попробовать нечем. Вот я кладу на глаз или выжимку для шоколада по вкусу. Если сильно горько, добавляю побольше. Без рецептуры. А какао-масло и какао-бобы для шоколада 50 на 50 тоже на глаз. Рецепты взвешивания в граммы вообще не мой конек. Я с этим не дружу. Так, что я делаю? Сейчас вот у меня бананы. Видите, как раз там. Я возьму клубничку сверху и орешки. А потом просто сверху шоколадом полью. Это чтобы вот вообще не заморачиваться над конфетами. То я обычно заморачиваюсь каждую конфетку, формочки, либо на шпажки, кусочки бананов там окунаю. Так. Если меня часто раздражает в моем парне, или мне кажется, что он недостаточно сильный для меня, это означает, что мне нужно менять это в себе. Главное никогда не считать себя виноватым, да, и да, причина в нас, потому что мир отражает нас самих, но это не значит, что это нужно терпеть и принимать. Всех токсиков и не устраивающих людей из нашей жизни выгоняйте максимально быстро. Никого терпеть рядом с собой не нужно, если терпите. Если не терпите, отлично, принимайте. Но прорабатывать себе не забывайте, конечно же. Если он недостаточно сильный, а что значит, в чем сила проявляется? Выпишите себе на листочек конкретные его проявления. Во-первых, эти все проявления есть в вас, но вы их либо не используете, отрицаете, либо неправильно используете. Точно так же используете в минус, как и ваш молодой человек. А вам нужно подумать, как это проявлять в себе. Например, он проявляет не силу, противоположное что? Бессилие, да, какое-то он проявляет. Вот вам тоже надо стать женщиной, которая не будет прикладывать какие-то силы, усилия, станет бессильной в своей жизни, и у нее все будет идти легко без приложения сил. То есть, которая умеет попросить, которая умеет мягко сделать так, чтобы все вокруг нее совершалось без ее усилий.
Вот, и он вас этому пытается научить, что вам нужно стать немножко, ну, чуть-чуть, немножко такой, который не нужно прикладывать силу, чтобы что-то хотеть, иметь, получать. Так. Как неудобно слушать и готовить, и читать еще. Старые работники не принимают новых, не хотят помогать, показывают характер. О, вот, ну теперь уже более понятно, что вы не хотите принимать новых людей в свою жизнь, не меняете окружение, не легко сходитесь. Имеется в виду не с коллективом, а вообще то, что вам нужно какое-то другое поле, более сильное в окружении, и его пора менять. Может быть, в отношениях, может быть, в друзьях, может быть, еще в чем-то. То есть здесь просто вам как будто сигнал такой мир подает, что нужно поменять окружение. Не держаться за старое окружение. А вот где это окружение? Может, стоматолога надо нового поменять? Может быть, какого-то преподавателя, у которого вы там обучаетесь? Может быть, работу вообще сменить? Может, партнера? Может, подруг? Может, пойти в новое куда-то, чего-то узнать, поучиться, с кем-то познакомиться, потусить, куда-нибудь слетать, что-то поделать. Так. Что-то у меня как-то интересно конфетки получается. Сейчас покажу, что получается. Так, надо их отсоединить, чтобы шоколадом полить. И еще они показывают характер. Вам тоже нужно научиться, значит, показывать характер. Где-то вы не до конца его показываете. То есть все люди нам показывают то, что нам не хватает. Все эти ресурсы, которые нам не нравятся, да, это наши таланты, которые мы не используем. Вернее, для нас это недостатки, которые нужно превращать в таланты. Это те ресурсы, которые нам необходимы для исполнения желаний, которые вот у нас есть. Вот у вас появилось какое-то желание, вот утром встали и появилось желание, хочу куда-то поехать. И вот весь мир начнет приводить вам людей, которые вам будут показывать то, что вам не нравится. Представьте себе. Это нужно принять, это ваш ресурс, и начать в повседневной жизни эти таланты использовать, как эти люди, только в плюс. И тогда ваше желание исполнится. Хотя эти люди не будут связаны, и ресурсы не будут связаны с вашим желанием. Но каким-то образом это все повлияет на... Что-то у нас такой ураган, слушайте, ребят. Огромное спасибо, благодарю тебе. Благодаря тебе нашла работу. Расписала все характеристики желаемые, плюс выбросила одежду и старую технику, суммарно 1040, и сразу появился вариант работы. Ну вот, освободилась от хламья старого, высвободила себе немного энергии, плюс еще проработала. Я тебя поздравляю, молодец, все работает. Но когда мы не боремся с этим миром, не боремся с обстоятельствами, а когда мы не мир меняем, а себя, вот тогда все работает. У меня сегодня одна женщина на YouTube спросила, и другая, даже две других, в телеграм-канале один и тот же вопрос. Почему я уже все осознала, все проработала, а реальность не меняется? Ребят, не все вы осознали, если до сих пор ждете каких-то изменений. Значит, вы ни черта не понимаете. Вот, ну, ничего не поняли в итоге. Потому что когда мы с собой работаем, пропадает желание менять мир, менять внешнее и ждать, пока он там изменится. Когда мы с собой работаем, нам вообще на внешний мир дела нет, понимаете? Нам наоборот интересно смотреть, что же он такое показывает, какие изменения я могу в себе внести. Блин, у меня тут кешью не порезаны, выгребаю мелкие орешки. Сейчас покажу, что тут получилось. Такое я в первый раз делаю. Это вот мне буквально, вот не знаю, час назад пришла придумка, затея, идея. Я никогда не читаю рецепты.
Вообще не знаю, как можно по рецептам готовить. У меня ничего не получается, когда по рецептам готовлю. Я всегда придумываю все сама. Вообще вот все. Так, вроде красиво получилось. Вот мои бананы с клубникой и с орешками. Сейчас буду их поливать вот этим вот шоколадиком, который я сделала, и почитаю сообщение. Сколько нужно замачивать овощи в перекиси? На полчаса. Овощи, фрукты полчаса. Зелень достаточно минут 20. На какой объем? На глаз. Никакого рецепта. Примерно, ну, может, чайную ложку налить на тазик, на большую кастрюлю. Вот. Если вы переборщите, либо добавите меньше, ничего страшного не будет. Но, по крайней мере, вам с овощей нужно через вот это замачивание убрать. Вода не поможет. Убрать все эти химикаты. Так, надо, наверное, чем-то поливать. Так. Еще такой совет. Фрукты, овощи превращаются из нитрита в нитраты сразу. И когда они соприкасаются с железом. Если порезали, сразу ешьте. Сделали в блендере, ничего не оставляйте. Я считаю, что есть уже их потом нельзя через какое-то короткое время. То есть ножом лучше, если режете и хотите оставить, допустим, салат на потом или кашу, берите керамический нож. Такой вот вам маленький совет. Ну, это для тех, кто за здоровьем следит. Кто не следит, там все ест, пофиг. В кафе я тоже не питаюсь. Максимум заказываю фруктовую тарелку. Я вообще не знаю, мне обычная еда не нравится. Ни запах, ни вкус. Я пробую тут иногда. С девочкой живу, она там ест чего-нибудь такого обычного. Я пробую, мне сразу плохо становится, дурно. Мой организм уже не воспринимает. Так, а у меня, я что-то разошлась, заговорилась, шоколада не хватило на 2 банана. Ну, ничего страшного. Зато вокруг налила непонятно сколько шоколада. Буду отдирать. Ну, ладно. Короче, получилось, что получилось. Вот такая вот фигня у меня получилась. Я не знаю. Видно, нет. Вот этот банан можно взять потом, он сейчас быстро застынет. Тот шоколад, который разлился, я его... Он быстро застынет, я его, как сказать, соберу, порежу и посыплю потом. Так, спасибо большое. Заметила, что мой партнер... Отличный транслятор меня. Но почему я мгновенно считываю, что есть во мне? Теперь я понимаю смысл отношений. Да, смысл отношений не в том, чтобы жить классно и счастливо. Так не получится. Ну, не получится. Всегда будет что-то не так. Всегда будет недопонимание, ссоры. Мы партнеров должны выбирать, уже понимая, что мы будем учиться. Учиться проходить миллион трудностей, чтобы себя познавать и менять. Менять не потому, чтобы лучше сделать себя, а менять, чтобы расти. Так. Ой, я посгребаю шоколад. Это будет очень вкусно. Божечки, я просто вот сейчас вот в предвкушении вот этой вкусняшки. Добрый вечер, моя дорогая Марта. Маша, добрый вечер. Попросила знакомых завести мне холодильник. Привезли весь обцарапанный, он был новый. Что мне может это показать? Не знаю. Я когда заехала в эту квартиру, мне трижды меняли холодильник, дважды пылесос, и вся техника ломалась, все привезли, даже цветок сломали. Я не разобрала эту тему.
Если ломается, значит, предвестник какой-то поломки, потому что после того, как у меня сломалось все в квартире, у меня сломалось все и в личной жизни, и в работе, и я поняла то, что я не хочу заниматься, чем я занимаюсь. Вообще все не то и все не так. Это был такой предвестник, что моя жизнь ломается полностью, да, для того, чтобы по-новому совершенно начать жить по-другому. Там. Я уже говорила на предыдущих эфирах, когда все ломалось, и когда все поцарапанное было, когда все непонятно через каким образом вообще работало. Я включаю лампочку, она, ну, день светит, на следующий день надо уже новую менять. И черт тут сломит вообще, почему. А в итоге, пока у меня тут все в квартире не разрушилось, а потом разрушилась жизнь. Но она разрушилась в лучшую, естественно, сторону. Если это легко все отпустить, то быстро приходит на смену очень много классного, нового, вообще неожиданного. И главное не цепляться за старое прошлое. Короче, для меня это был такой знак. Что для вас этот знак будет обозначать, что там все ломается или поцарапанное, я не знаю. Мои эти способности считывать пространство в последнее время не работают. Я на паузе уже 3 недели, я не понимаю вообще, что со мной происходит. У меня дикая была депрессия пару недель. И я даже не знаю, как буду в эфир выходить. А мне надо, блин. Еще 56 дней. И что-то вам отвечать. А есть таблетка на создавание денежных ограничивающих убеждений, которые идут из семьи, общества? Есть просто таблетка на финансы, на долги. Все, что связано с деньгами, финансами, работой, долгами к себе, любви к себе, общая таблетка. Нету конкретных отдельных аффирмаций, прям четкой направленностью. Это же все, как сказать, все общее. Финансы — это наша энергия. Энергия — это наша любовь к себе. Любовь к себе связана с долгами к себе. Долги к себе связаны с нашими страхами идти в перемены и что-то делать. То есть неважно, что бы вы ни написали, да, с чем связаны ваши там денежные проблемы, корень один. У вас нет перемен, нету энергии для того, чтобы были финансы. Поэтому смысла придумывать там велосипед нету. Есть таблетка общая просто на финансы. А в бананах нет нитритов. Нитриты есть во всех овощах, зелени, фруктах, и это хороший, нужный нам элемент. Но когда нитриты превращаются в нитраты, например, если сварить овощ, нитрит превращается в нитрат. И тогда мы травимся химией вот этой вот. Варить овощи нельзя. Это первое. Второе, когда мы режем вот таким ножом, нитриты превращаются в нитраты. Нитриты — это нормалеус, короче, запомните. Нитраты — это уже похуже. В бананах тоже есть все. И то, и другое. Так. Благодарю тебя, дорогая. Тоже так думаю, что чем быстрее отпущу ситуацию, тем лучше будет для меня. Ну, конечно, если мы в туалет хотим и не идем, ну, для нас только хуже. У нас только один путь расстаться с прошлым. Прошлое, оно уже ушло. Зачем нам за него держаться? Какой в этом смысл? Прошлое есть только в нашей голове, но в нашей реальности его нету. И только мы его в своей голове, да, в своих иллюзиях, в своих фантазиях его не отпускаем. Кстати, надо в холодильник поставить. Они уже прям, смотрите, красивенько как. Блин, так покажу.
красивенько-красивенько застывает. Но чтобы это было быстрее, я поставлю в холодильник. Надеюсь, вы не против. Я сейчас отвлекусь на 30 секунд. И красоту такую банановую. Ох, какая прелесть. Меня, как обычно, на ночь обжираловка будет. Бананы с малинкой, орешками и шоколадом. Я советую вам такие вкусняшки тоже готовить. Намного вкуснее и полезнее. Нету сахара, нету химии, какао-бобы, какао-масло. Натуральное, ничего вредного для организма. И есть можно в любых количествах. Не потолстеете, не навредите себе. Текст волшебной таблетки надо каждый день читать. Я умиляюсь этих вопросов. Что такое волшебная таблетка? Это текст с новыми установками, где я уже трансформировала все шаблоны, которые создают вам эти ситуации, которые вам не нравятся. Вам нужно эти шаблоны настолько выучить, чтобы они не на уровне ума были, а на уровне подсознания, чтобы вы жили этим, чтобы вы так жили. То есть там написано то, что... Я хвалю себя каждые там 5 минут. Ну, вы можете это каждый день читать, через день читать. Но вот когда начнете себя хвалить, значит, молодцы. Вот значит, вы этот шаблон осознали, и у вас это вот должно быть на уровне шагов. То есть вы, когда идете, вы не анализируете, как я иду, как я наступаю, как я там делаю следующий шаг и так далее. И точно так же с похвалой. Это должно быть вашими словами-паразитами. Когда вы себя хвалите каждую минуту за все, что вы делаете мысленно, причем не концентрируясь на этой мысли, эти мысли просто хаосом сами пролетают, миллиарды там, похвалы в вашей голове. Когда вы что-то делаете, вы чувствуете вот эту гармонию в себе, вот этот кайф, вот эту радость от того, что вы делаете, и вы себе благодарны за это, за этот шаг. То есть это просто нужно, я не знаю, можете 100 тысяч раз в день читать, вот просто вот сидеть и читать, не останавливаясь до тех пор, пока это не станет автоматическим для вас. Как вы хотите, так и читайте. Но весь смысл-то не в чтении. Вы можете это читать, можете это учить, можете это запоминать, можете это проговаривать. Но если до подсознания это не дошло, если вы так не действуете, если вы так не думаете, ничем таблетка вам не поможет. Весь смысл-то не в чтении, а в том, чтобы ваши шаблоны мышления перепрошились. Думать... благодарности не надо. Это должно быть уже на уровне вашего бессознательного. Когда вы себе просто благодарны, вы чувствуете себя. А чувства — это не мысли. Не надо эти мысли проговаривать. «Ой, какая я молодец, я сделала шоколадку». Иногда я себе проговариваю, но иногда большую часть. Мне не надо это проговаривать. Я просто испытываю эту благодарность на уровне тела, такой... Знаете, как вот при первой влюблённости мурашки по телу бегут, вот ты видишь человека, а у тебя уже всё. Ты весь уже такой, боже, ноги не гнутся, и ты такой, помогите, я так счастлив. Вот, это должно быть вот на таком уровне, когда ты просто кайфуешь от всего, что у тебя есть, здесь и сейчас, сколько всего там люди тебе создали. Кто-то вот делал вот такую штуку. Кто-то бананы для вас собирал и выращивал, продавал, привозил. А вы молодец, что оценили труд и кушаете этот банан. И вы благодарны тому человеку. То есть на уровне подсознания это должно быть. Это не просто мантра, я ее сейчас послушал, почитал. Вот. Плюс я рекомендую волшебные таблетки. На первой странице я пишу 4 страницы рекомендаций. Как читать, да, что с этим делать, для чего это вообще нужно. Я рекомендую прочитать на аудио и слушать. Слушать все свободное время, занимаясь обычными своими делами, чтобы ваш мозг это запоминал. Я не учу, это инструкция к жизни, но я не учу, как жить. Я учу, как мыслить, но не в том плане мыслить, как Нелли Давыдова, нет, мыслить
не сливаясь ни во что, а мыслить, чтобы созидать. Я не навешиваю там какие-то инструкции конкретных действий, которые нужно там каждому жить, вот как я или по-правильному. Нет, там такого нет. Но вы, если ее прочитаете, там вы сами поймете, что ничего общего с конкретными какими-то шагами там такого нет. Например, помнить, шаг такой, помнить о себе, что я есть. То есть я не учу жизни, да, что конкретно с этим делать. Мозг должен запомнить, что вы есть, и обращать на себя внимание, хоть иногда, да, что вы чувствуете. То есть это не копирование там моих мыслей и моей жизни. Это, можно сказать, вещи на все времена для всех. Короче, заинтриговал, читайте таблетку. Шоколад будет с нитратами, он не будет ни с нитратами, ни нитритами, там ничего такого нету. Или вы имеете в виду про бананы? Бананы я вымочила. Вот. С чем он будет? С бананом. Ой, ну так сильно-то не заморачивайтесь. Просто я, если не вымочу сейчас фрукты, овощи, мое тело сразу покрывается вот здесь, вот, и спина, как будто я лишайная в таких прям пятнах, которые шелушатся. Я сразу знаю, что я съела что-то не то. Как только я что-то не то съем, реакция у тела мгновенная, потому что я почистила свое тело еще год назад, и год не ем никакой химозины. Поэтому стоит даже лизнуть, там, я не знаю, посмотреть на какую-нибудь химическую шоколадку, у меня уже тело выдаст реакцию чистки какой-то. Так как бананы я ем все время, реакции нету, значит, все пока с ними в порядке. Что сделать, чтобы избавиться от немощной матери? Пока только принять, для чего вы проходите этот опыт, чему вам нужно научиться. Ну, нашли чего спрашивать у меня в эфире, как избавиться, да, от матери. Ну, я не могу сказать вам способы избавления, только принять. Расскажи про сны. А что про сны рассказывать? Я не знаю. Так, Нелли, кстати, и лучшие подруги, сын 18. Сейчас про себя прочитаю. А, кстати, у лучшей подруги сын, 18 лет, каждый день тебя смотрит. Я же застеснялась. Подруга говорит, за полгода уже поменялся, ты просто волшебница. Спасибо. Так приятно. Ну, я не волшебница, каждый волшебник. Я просто делюсь вот со своими мыслями, да, а делаете и химичите, волшебничаете, это вы, да, ну, не я. Я на вас никак не воздействую. Так. Про сны, вот вопрос был, да, уточните, что конкретно вы хотите про сон. Все, вопросы закончились. Что вам еще рассказать тогда? Пока шоколадка моя. Ой, давайте покажу, как я дома живу. Вот у меня вот такая красота. Я люблю валяться на полу. Ничего, что я сейчас с вами тут прилягу. Вот так. Среди моих подушечек. Нелли, ты замечала, что современные подростки более осознанные? Я не могу про это сказать, потому что с подростками, ну, дел не имею. Вот, я не знаю. Если кто-то может подсказать, что делать с пальмой,
Я уже в интернете читала, там написано, либо вы ее переливаете, у меня сушатся листики у нее, либо не доливаете. Вроде, ну, поливаю все, как мне дали в магазине. Земля сухая, полью, непонятно. Но... Короче, я вообще не понимаю, что с ней делать. Дохнет. Ой. Вот так вот у меня. И всякие такие картиночки. Мне вообще нормально слышно. У меня ковер такой, и телефон утопает. Там просто микрофон должен быть. Здесь нормально. Про мужчин расскажи. Давайте чего-нибудь конкретно. Что мне про них рассказывать? Мужчины — это такие существа, больше неосознанные, чем осознанные в данный момент. Женщин больше осознанных. И я их в своем окружении вообще не вижу. У меня подписчики все женщины. Я крот, редко выхожу. В Турции одни турки. Русских почему-то я мало вижу на улицах. Турки мне не интересны. Короче, я даже не знаю, что про мужчин рассказывать. Вот что про них рассказывать. Нелли, а ты завтра переезжаешь в другую страну жить или на время? Подождите, завтра я никуда не переезжаю, я пока в Турции живу. Сегодня в сторис я выложила, куда мне поехать. У меня в игре написано, что я должна за эти 2 месяца слетать куда-нибудь. Там Бали, Таиланд или какую-нибудь другую страну. Сегодня на ум мне наконец-то пришла уже идея купить билеты, но я не знаю куда. Я все 10 дней строила планы, куда полететь, не решила. Но сегодня поняла, что все, пора уже брать билеты, нефиг сидеть дома. Но я не могу определиться, куда. Пока по вашим голосованиям лидируют Бали и Таиланд. Я еще до завтра посмотрю, как голосование закончится, и куплю билет завтра. Поеду на пару недель, конечно же, потом вернусь. Я еще хочу сделать вот что. Перед тем, как полететь куда-то, когда вы там не выберете, куда лететь, заехать на день, два или три в Москву. Вот. Я, правда, не знаю, зачем. Короче, если меня кто-то ждет в гости в Москве, и хочет погулять, потусить, там денечек-два, вы мне пишите, я тогда приеду в Москву. А нет, сразу с Турции, с Анталии полечу вот куда вы выберете, завтра по голосованию. Когда это будет? Вот, завтра буду искать билеты, и в самое ближайшее время. То есть через 2 дня, через неделю посмотрю туры. Не ври, есть мужская часть в подписчиках. А, да, есть. По всем статистикам Ютуба. Кстати, на канале Сыроедов очень много мальчиков стало. Я прям в шоке. Для меня это такой кайф, что мужская энергетика в моем поле появилась. Инстаграм, Ютуб — это 5% мужчин. 5 статистика, 5. И то, это вот такая вот редкость, что вот заходите, ну, я очень прям вам рада. Прям реально рада. Так. Все, вопросов нету. А, как встретить мужчину? Вот такой вопрос. Ну, первое, не выходить, хотела сказать. Не сидеть дома. Скачать Тиндер. Классную анкету сделать, пойти пофотографироваться. Но это физические, да, какие-то вещи. Выходить на улицу гулять, куда-то ходить. Просить подруг познакомить, скачать, там, Тиндер, я говорила, Баду.
Что еще? Ходить на какие-то мероприятия, где мужчины тусуются. Но они в основном тусуются на всяких бизнес-тусовках, бизнес-завтраках. Бывают на обедах в кафе, ресторанах, возле бизнес-офисов, где рабочий класс тусуется. Что еще? Проработать свои страхи. Для чего я хочу быть одна? Потому что, первое, мне страшно, что у меня не был негативный опыт, что меня также обманут, я им не доверяю, я боюсь будет изменять, страшно выбрать сейчас все там петрушки. Вдруг там наша любовь быстро закончится. Выписать все шаблоны мышления, мешающие вам знакомиться с мужчинами. Ну, естественно, проработать эти страхи, потому что пока вы со страхами не разберетесь, ну, так будут петрушки вам попадаться. Я общаюсь, как понять, что он мой? Чем старше, тем вообще непонятно, какой нужен. Напишите себе портрет, кого вы хотите, ну, какой он должен быть. Только единственная большая проблема... Нелли, ты продаешь еще таблетку? Да, конечно, я пишу таблетку на отношения, пишу на деньги, на долги, там, на здоровье, еще на что-то. Это очень эффективно, я хочу вам сказать. Пускай вас не смущает это дурацкое название, но оно реально дурацкое, магическая таблетка. Но это эффективная штука моя, вот, ну, прям работает 100%. Но она будет работать, если вы начнете вот это вот сознание новое, которое вы начнете осознавать, применять в жизни. Если вы это в жизни не применяете, конечно, ничего не поменяется. В чем фишка таблетки? В том, что вы должны поменять свое мышление на новые установки. То есть те шаблоны, которые блокировали вам деньги, мужчин, здоровье, там еще что-то, вы должны поменять на другое мышление, что я не знаю, но мне интересно. Отпускаю там легко прошлое, как его отпустить. Убираем шаблоны, которые мешают его отпустить, и впускаем новое. Там есть очень много установок. Я пишу вот такие вот таблетки, если их распечатать, целая книга персональная получается, где написаны все установки, которые повлияют на все наше мышление. То есть как жить, не сливая энергию, да, как ее генерировать. Там, в принципе, есть ответы на все жизненные важные такие вопросы. Отвлеклась от отношений. Да я уже сказала, проработать страхи. Самое страшное — это страхи наши. Если вы не отпускаете свое прошлое, свой негативный опыт, и думаете, что все такие, то вы никогда никого не встретите. Все разные, все индивидуальные. И если вы вернетесь, там, отмотаете назад, какой опыт я там получала с этими мужчинами, осознаете, такого опыта уже не может с вами повториться, потому что вы его уже получили. Например, там последние отношения. Я ему все, а он мне ничего. Я в него вкладывалась как женщина, а он мне даже цветочки не подарил. Ну какой здесь опыт, а, извлечь? Смотреть на мужчину не через розовые очки, на его слова, да, а опыт смотреть на его действия. Сначала он действует, а потом вы уже тоже вкладываетесь. А не так сразу. Я тебя в ресторан на шашлык водил, я тебе вино покупал. Там что, я тебя на машине катал, давай, давай мне. Во-первых, вы его как эскортница в кафе, в ресторанах развлекаете, потому что в кафе, в ресторан он не вас ведет, вы ему ничего не должны. Он себя там развлекает, это он там кушает, наслаждается, да еще в обществе прекрасной женщины, которая ему пространство украшает, понимаете, еще с ним разговаривает. Это он развлекался. Я на тебя время нашел. Я такой занятой чувак. Чувак, ты на себя время нашел, на свои развлечения, понимаешь?
А я просто тебя развлекала. А вот когда я увижу твои мужские поступки, когда ты будешь что-то делать для меня, то, что мне нужно, например, за ту же квартиру заплатить, у меня коммуналка там 3000 не плочена, да, мне это важнее, нахрена мне твой ресторан за 5000 рублей, заплати мне коммуналку. Ты меня вообще спросил, что мне надо? Надо мне этот ресторан? Или, может, просто мне продукты нужны в холодильник? Ты меня спросил? Когда человек действительно ваше желание исполняет, когда он спрашивает: малышка, что тебе надо? Какая у тебя проблема, да? В чем тебе помочь? Может, тебе лампочку дома прикрутить? Может, у тебя розетки дома отваливаются? Ну, то есть, будь мужиком, спроси, что нужно твоей женщине. То есть, когда мужик проявляется делами, делает для вас, не для себя, в ресторан у себя он водит, а вы просто еще его развлекаете при этом. Он классно кушает. Ну ладно, он там за свой счет покормил вас. Ну извините, он хотя бы оплатил ваши услуги, ваше время, в которое вы его развлекали. Он это делает для себя. А женщины, они не понимают этого. Они думают, что мужик, развлекая себя, вы ему еще помогаете в этом, и вы еще ему должна. Ну это странно, понимаете? Ну, короче, вы должны обратить внимание на прошлые отношения и вынести из этого опыт. Когда у вас есть опыт, когда у вас есть знания, страха нет. И тогда вы уже легко пойдете в следующие отношения и уже не позволите так с собой обращаться. Он со мной переспал и ушел по-английски. Какого хрена? Какого хрена вы ему даете, извините меня, блин, на первом свидании или на пятом, а он еще при этом ничего не сделал? Но это ваша ошибка. И ваши отношения следующие будут классными, если вы поймете, что вы женщина офигенная, вы королева, вы достойны там поступков мужских, вы достойны мужского внимания, вы достойны мужской помощи, вы достойны себя чувствовать классно. Вот когда вы это начнете чувствовать, да, тогда ему отдавайте там все, что ему нужно. Мы, женщины, должны мужчин развлекать, вдохновлять, устраивать досуг. Это не он должен придумывать, куда вас вести, это вы должны придумывать. Мужчина, он зарабатывает, мужчина вас, ну, я не сказала бы обеспечивает, потому что сейчас в нашем обществе это не обязательно, но желательно, можно 50 на 50, тоже это нормально. Вот, другой вопрос, что вы мужику отдаетесь просто так, а он еще, да, делает так, чтобы вы еще чувствовали себя должной, и вы этого не понимаете, поэтому у вас не складываются отношения. Вы же понимаете, что какая-то фигня происходит, но у вас нет вот этих знаний, чтобы построить новые нормальные гармоничные отношения, потому что выбираете мудаков. Научитесь выбирать мужиков по их поступкам. Когда вы будете это понимать, то сразу встретится чувак на вашей дорожке. И не надо даже будет его долго искать. Он просто придет к вам, потому что вы уже готовы принять нормального мужика. Тогда он придет. Но пока вы не осознаете, как себя нужно вести, как отношения строить, что такое равноправные отношения, уважение, как люди должны вести себя в паре, что у каждого должны быть там свои личные границы. Когда вы понимаете, какие должны быть отношения, тогда нету страха. Когда вы обговариваете в начале отношений, как вы будете их строить, тогда тоже нет страха. Нет страха, легко все получаете. Есть страх, он блокирует в жизни мужчину. У меня есть... Интернет куда-то пропал. У меня есть презентация по отношениям, как строить равноправные отношения в паре, ну, когда мужчина уже там есть. Если его нет, конечно, там эта презентация вам ничем не поможет, но она поможет вам хотя бы подготовиться и понимать, какие роли у женщины, какие у мужчины, сразу видеть в мужчине, что он еще ребенок и не вырос, и не готов к отношениям. Вот, чтобы это сразу видеть и сразу понимать, вот, у меня есть инструкции по отношениям, где я просто расписываю в табличке, какие у кого роли, как сразу увидеть, взрослый чувак перед тобой или дитё еще малое. Женщины тоже, вроде 50-60 лет ума у 5-летнего ребёнка, вечно контролируют, потому что над собой вообще контроля нет, над своей жизнью, им надо других контролировать.
Им уже детей пора, а они мужиков контролируют. Там женщины очень масса много ошибок делают. Просто невероятно, как и мужики. Вот надо в этом всем разобраться. Когда у вас есть багаж знаний, когда у вас есть еще ваш прошлый опыт, из которого вы вынесли уроки, вот это вот вместе и дает вам уверенность в себе. Когда есть уверенность в себе, мужики вот только вот так. Они прилетают на королеву. То есть классные мужики приходят там короли, королеве. Если вы крутая, и вы знаете себе цену, вы счастливы, блин, с вами все хорошо, то, конечно, будут подтягиваться и мужчины, потому что им нужна ваша энергия женская. Это в двух, вот в маленьких словах примерно. Так, что... Схожий вопрос, а если хочется только переспать со знакомым мужчиной, но страшно говорить и делать физические шаги, что делать? Ну, у вас на чаше весов. Вот здесь вот страх, а здесь мужчина. Вот что выбираете, то и получаете. То есть делайте выбор. Пойдите в страхе, либо сидите, бойтесь, как котенок гав. Ой, боюсь, боюсь. Ну, а если серьезно, то я не психолог. Если серьезно, спросите себя, что там страшного, какие страшные последствия. Проживите их в голове своей ментально. Закройте глазки, да. Ну и представьте, вот сейчас я подхожу к мужчине и говорю, или записочку ему кидаю, или письмо ему пишу, распечатываю, либо там какими-то другими способами, завуалированными или напрямую, говорю, что я вот хочу там постели. Что страшного будет? Какие его самые страшные реакции? Что случится с вами? Вы умрете, корову потеряете, у вас там 150 тысяч рублей пропадет. Квартира сгорит, там, не знаю, нога отвалится. Что самого страшного может с вами случиться? Да ничего. Вот вы когда это проживете, вы это поймете, и тогда страха не будет. Вам нужно ментально прожить страх и вытащить оттуда урок, опыт, да? Какой опыт в этом страхе, да? Что на самом деле я хочу и как мне действовать? Вот, то есть проживите вот эту ситуацию. Он вас бить не будет. Это точно. Вот, если нормальный мужик, он с радостью согласится. Так, а если у него есть жена, то не надо к нему с такими вопросами подходить, потому что это ненормально. Бумеранги всегда возвращаются. Не калечьте никогда людям судьбу. Не делайте никогда никому плохо. Не делайте этого. Переключитесь на другого мужчину. Никогда никому, я вообще считаю, не врать, не делать плохо, не обижать, вот этого делать не надо, потому что по башке вы себе дадите сами потом, да так больно. А если мужчина такси заказывает и оплачивает мне, это мужское проявление? Конечно, я на это первое вообще вот что смотрю. Если он такой, приезжай ко мне, милая. Вообще, какого хрена я к тебе должна приезжать? Во-первых, ты за мной заедешь. Не хочешь заезжать? Такси оплачивай. Окей, такси, ну, окей, ладно. Вот, но обычно мужчины всегда за мной сами заезжают. Я не понимаю, как это еще. Я экскорт еду его развлекать к нему домой, и еще за свой счет, и еще своими ногами. Нормально, да? То есть ты еще приедь, дорогая, ко мне, развлеки, ноги раздвинь, и еще за дорогу сама оплачивай. А женщины так и делают. Это ненормально. Ну, ненормально, понимаете? Как бы, если вы себя вот настолько цените, что вот по щелчку пальца, дорогая, я хочу секса, приезжай, давай. Ты сама еще такси, а еще еды он может сказать, там, захвати, я голодный. Ну, как бы, не сильно ли они оборзели? Если вы настолько себя цените, вот я бы бежала бы от таких мужиков. Фильтруйте. Мне, наоборот, все классные, поэтому и сложно. Боже, чего вы тогда хотите? Что делать, когда моей сестры парень все покупает? Что делать, когда моей сестры парень все покупает, а я его к сестре отправляю? А он мне, я тебя люблю. Я его посылаю.
Короче, я запуталась, что делать, когда моей сестры парень, все покупает, я его к сестре отправляю. Он мне, я тебя люблю, я его посылаю, он мне говорит, мы с ней. Стоит ли встречаться с бывшим парнем сестры? А, ой, как сложно было написано. Если вы его любите, если он вас любит, если сестра не против, то можно. К чему эти шаблоны общества? Что вот бывший парень подруги или бывший парень сестры. Если все трое к этому классно относятся, и сестра пожелает вам счастья, да, и вы друг с дружкой тоже кайфово чувствуете с этим парнем, почему нет? Ну почему нет? Найдите мне 10 причин, почему нет. Потому что так не принято, да, не принято кем? Сейчас не принято, ну, в обществе не принято детей своих там бросать и разводиться, но все разводятся и обманывают, и изменяют. Куча всего не принято, но все делают так, как им удобно. Я не считаю это ни плохим, ни хорошим, да, если для всех это будет нормально, почему бы и нет? На самом деле попадались абьюзеры, пока не осознала, что на самом деле я себя не ценю, и мир показывает. Вот. Это хорошо. Такая тема. Это хорошо, что в вашей жизни было много опыта негативного с мужчинами, которые несли в вашу жизнь боль и разочарование. Потому что это просто учителя ваши, в вашей жизни, которые приходили вас научить ценить себя, любить себя, выстраивать свои границы. Это просто путь. Вы учились ходить, понимаете? Так вы учились жить, учились выстраивать отношения, чтобы выстроить офигенные отношения, которые вы не знаете, как строить, потому что нету такого примера офигенных отношений. Вам нужно самому пройти этот путь. Это нормально, это классно. Поблагодарите всех мужчин, которые были в вашем окружении, всех мудаков, которые к вам приходили, обманывали вас, которые уходили по-английски, навешивали вам лапши на уши, а потом на следующий день просто как англичанин: «Дорогая, я тебя люблю, ща приду», да, и больше вы его не видели. Простите их. Они все несли вам информацию, обратить на себя внимание, на ваше поведение собственное, да, и вырасти. Это просто наши учителя, это нейтральные персонажи, на них обиду вообще не надо навешивать. Спасибо, наоборот, им надо сказать. Без этого вы бы не научились бы ходить, ложку держать, там, говорить и так далее. Каждый шаг, когда вы падали, когда в детстве вы учились, я аллегорию провожу, вы учились ходить. И вот без тысячи падений вы бы этого бы не сделали. Сразу бы не встали бы и не пошли. Пока ложка тысячу раз там, не обляпавшись там кашей, не упала бы, вы бы не научились ее держать. И вот все, что вы в жизни умеете делать, вы тысячу раз еще до этого ошиблись. С мужчинами то же самое, это нормально. Их души приходят с вашей душой потусить, заранее договорившись, пройти уроки, как в школе. Так что поблагодарите всех, не несите груз прошлого своими обидами, виной, никто не виноват, ни вы не виноваты, ни они не виноваты, вы просто учились ходить. Есть вопрос: уволиться хочу, ибо работаю я и управляющий на 3 бара, выхлопа мало, выходных нет, хочу подсобить и хочу просто сменить деятельность. Какая у тебя интересная речь, похоже на мою, где более налажены процессы, и тут дилемма. Где, в чем дилемма-то? Мужчины в основном собственники, согласна, мы все собственники, а вы посмотрите, какие вы собственники. Хочу свою квартиру, хочу свою машину, арендная квартира вам не устраивает. Хочу своих детей неприемных, приемные не устраивают. Хочу свое собственное платье, а не от подружки. Все в собственности хотите, все вот для себя. Вот вы точно такие же, вот ничем не отличаетесь. Ни с кем, ничем делиться вы сами не хотите. Это нормально, это нормально. Вот, только договаривайтесь в начале отношений сразу, как вы будете их строить с этими собственниками. Ну, вообще мы все собственники. Вот, просто можно в минус
это использовать, а можно в плюс. Где собственничество, это чувство, как талант, у вас может проявиться на пользу для вас в жизни? Где вы можете это использовать каждый момент времени? Вот подумайте над этим. Мужчины приходят в вашу жизнь, и женщины, и все люди, и дети, и собаки, и кошки, показать только, чем вы не пользуетесь. Вот все, что вам не нравится, вы этим просто не пользуетесь. Либо не научились этим пользоваться. Но чтобы этому научиться, помните, нам надо 1000 раз упасть. 1000 раз, там, я не знаю, ногу сломать, прежде чем научиться ходить, там, шишки набить. И вы тоже будете использовать любое качество, недостаток, то, что нам не нравится, там, чувство, слово, действие, тоже поначалу неправильно, но вы не прекращаете это использовать, пока не найдете этому классное применение. Ничего не отрицайте в этой жизни, все нам нужно. И про бар допиши, пожалуйста, потому что я не поняла. Если тебе там не нравится, уходи. Вот, но у тебя дилемма, если ты ушел, а деньги прямо сейчас нужны, ищи параллельно, ну вот как все люди делают. Ну, я еще дочитала бы что-то, написал дальше, пока не пролистала. Как можно изменить то, что бывший муж отказывается платить алименты? Общается с малым хорошо, но содержать не хочет. Когда говорю об этом, оскорбляет меня. Что со мной не так? Идите в суд. Когда отказывается платить алименты, пускай через суд платит. Как бы стойте на своем. Он должен воспитывать сына не только морально, да, но и материально, пока он не встанет на ноги. Это нормально. Вот. Но он вам транслирует что? Жадность, скупость. Вот начните использовать свою жадность до чего-то, свою скупость. Но трансформируйте этот шаблон и подумайте, где вы можете использовать. Потом он много вещей транслирует вам. Не желает делиться своей собственностью, не желает делиться деньгами, не желает чем-то своим делиться. Вот вам тоже нужно научиться этому таланту ничем, ничем, а чем-то не делиться, чем вы вот направо и налево делитесь. То есть выписываете все, что вам не нравится. И подумайте, где вы это не используете для себя, почему я этим не пользуюсь, что я раздаю направо и налево, а для себя ну, не приберегаю. Где мне нужно мою скупость проявить? В чем? Где мне жадность надо проявить? В чем? Чем мне не нужно делиться? Вот мне, например, не нужно делиться своим временем. Нахрена, мне я слишком чересчур делюсь со всеми своим временем, на себя мало. Вот. Это просто пример. Лично я на себя нормально так время уделяю. Сейчас 50 на 50, все окейушки. Вот. Но раньше я не умела на себя уделять вообще никакого внимания. Я сливалась в мужчин, набила 1500 шишек, встречалась и с абьюзерами, и с лжецами, подлецами, петрушками страшными и неклассными для того, чтобы приобрести нормальный опыт, да, который сейчас дает мне то мастерство, с которым я могу жить, да, с кайфом, то, что вот мне нравится делать, и сразу видеть, отсеивать там, через свой фильтр, с кем надо общаться, с кем нет и так далее. Вот. Не подпускать вампиров в свою жизнь. И возвращаюсь. Список пишем, что мне муж отражает. Это не только скупость, не только жадность, да, не только нежелание делиться, но что-то еще. Там много-много-много в списке пунктов будет. Выписывайте. Причем у вас у всех, какой бы вопрос бы ни был, ответ всегда один. Что мне показывает ситуация, мужчина, ребенок, болезнь? Всегда один вопрос. Выписываем, где мне это использовать. Я это отрицаю. Мне это не нравится. Где это использовать? Использовать. Что это такое? В чем вы, что это за талант? В чем здесь суть? Это ответ на все ваши вопросы, на все. Вот вы можете мне ничего не задавать. Вот это ответ на все ваши вопросы. Вы от меня ничего нового не услышите. Потому что
Все очень просто. Вы не используете то, с чем пришли люди, как учителя, вас научить и показать вам наглядно. Ну, ты это отрицаешь, поэтому я буду миллиард раз приходить к тебе и транслировать тебе это, пока ты это не увидишь, пока ты это не заметишь, пока ты это не примешь. Все есть часть нас, в нас есть все. Если мы отрицаем часть себя, мы это не используем. Другую сторону медали противоположную мы тоже как целое не можем использовать. У нас ни того, ни того нету. И мы начинаем эту пустоту, нехватку этих чувств, которые мы не используем, забивать внешней мишурой. Едой, какими-то развлечениями, наркотиками, да чем угодно. То есть мы начинаем на внешнее чего-то подсаживаться, на людей, на какие-то привязки, чтобы заглушить ту пустоту, которую внутри, в душе не хватает заполнить теми чувствами, которые мы отрицаем. Но чтобы эти чувства увидеть, просто посмотрите на людей. Вот все, что вам не нравится в людях, они вам эти чувства и показывают. Вот та пустота внутри вас, которая есть, весь мир просто ее отражает. Как вы этого не понимаете? Я не, ну, из эфира в эфир одно и то же. Так. Меня пугает, что сестра меня к нему отправляет, а для меня это дико. Почему дико? Что здесь не так? Сестра молодец, она хочет тебе счастья и счастья другому человеку. Если тебе молодой человек нравится, ты ему. В чем проблема, если все трое счастливы? В чем проблема? Если все трое будут несчастны, ну как бы, зачем? Зачем тогда это все? Что значит дико? Откуда этот шаблон? Кто вам такое сказал, навязал? Почему вы живете по каким-то чужим правилам непонятным? Где вы это услышали? Скажите, что это неправильно. Скорее всего, в школе, в садике, в детстве вам подружки об этом говорили. Ну, вы уже взрослые, вы уже не маленький ребенок, да, чтобы это слушать. А, дилемма такая, уволиться или остаться подсобить? Знаешь, пока они ищут замену, скажи, я буду уходить, допустим, через месяц. Вот, могу прямо сейчас. Могу на полставки стажировать кого-то там. То есть у тебя хотя бы 50% будет процентов времени и 50% зарплаты, пока там будешь кого-то там учить. Ищи замену в остальное время. Иди как-то на компромисс, подумай об этом. Я знаю, как мужчина, но я собственница, ужас, мысль на мою покушается. Ну вот, да, мы все собственники, конечно. Зачем нам обвинять других, если мы сами такие? Все, что мы говорим на людей, переводим на себя. Вот, я доучилась, уже всех вроде простила, осознала, пытаюсь работать над самооценкой. Чем она выше, тем больше осознаю, что не хочу никакие отношения. Согласна. Я с тобой полностью согласна, потому что я тоже не хочу. Мне, наверное, осталось еще какие-то шаги пройти. Я с интересом наблюдаю, чтобы захотеть. Но мне одно, ну, прикольно и хорошо. Иногда грустненько, иногда хочется, а потом такой чур-чур-чур, боже мой, чего только не подумаешь, что за фигня в голове. Вот, то есть иногда накрывает, бывает, но надо просто понять цель, да, для чего. Ну, для чего. Если есть цель, понятные причины, то можно смело идти в эти отношения. Если мы пока не понимаем, для чего... Вот, забили там себя работой, подругами, поездками, там, я про себя говорю, развлечениями, куча вообще всего происходит, ты ничего не успеваешь, какие там отношения могут быть. Вот, но иногда мне грустненько тоже. Я влюбляюсь, но проживаю это в себе. Там, сейчас посматриваю на YouTube. Никогда у меня не было кумиров, там, никогда не влюблялась. Вот так вот, в каких-то там актеров, певцов, как вот многие делают. А сейчас я подсела на 5 парней,
Один испанец-блогер, который готовит полуголую еду, у него много миллионов подписчиков. Я прям вообще смотрю, и вот позвал бы он меня замуж, вот прям вылетела бы сразу, наверное. Потом мне еще один нравится мальчик, но ему 20 лет. Он классно играет на гитаре. Все, капец. Вот просто смотрю на него и думаю, ах, вот бы мне его, тоже бы замуж бы вышла, наверное, сразу. Но это опять же такие придумки, фантазии. Что про это сказать? Но если вы действительно хотите мужчину, опыта достаточно, вы себя цените, вы понимаете, кто вы и кто вам нужен, и какие вы отношения хотите, то мужчина не за горами. Это вот, ну, самое ближайшее время, только оглянитесь. Возможно, такие мужчины уже давно в вашем окружении, но просто вы не обращаете внимания на них, потому что сфокусирован на какой-то там другой штуке, на каких-то других моментах. То есть на энергию такой женщины, которая знает в себе цену, себя любит, себя ценит, готова дарить любовь, потому что в ней этой любви предостаточно к себе, и она уже готова делиться. Все как намёт слетаются, да, всем нужна эта энергия. И, конечно, пажам, и королям, и магам, и кому только не угодно, всем нужна. Тут уже правильно фильтровать мужиков. Но стоящие так же липнут, как и не стоящие. Вот. И не стоящие тоже для каких-то уроков мелочевых. Что-то вам показать приходят. Но я так думаю, что если вы уже уверенная, уже кайфуете от себя, и то, что вам уже не важно, что ваше счастье, радость, там, любовь не зависит от мужчины, есть он или нет, вы и так счастливы, то такие мужчины достойны вас, они уже в окружении есть. Просто вот надо обратить внимание на это. Их не может не быть просто, но не может. Но если их нет, значит, вы еще себя недостаточно цените, любите и обращаете на себя внимание недостаточно. И будете притягивать таких же оболтусов. Какая тема эфира? Каждый раз на моем эфире и каждый раз задаете вопросы. Не эта тема. Ты делала когда-то регрессию. Вот уже третий эфир про регрессию меня спрашивают. Я этим не увлекаюсь. Как жадность трансформировать? Жадность, щедрость — две стороны одной медали. Это одно целое, одно и то же. Я жаден до знаний, я щедр до знаний, я жаден до любви, я щедр до любви. Одно и то же. Это одно и то же. То есть вам нужно рассуждать так, чтобы осознать, что между двумя противоположными крайностями нету различий. Просто вы в крайних формах одно и то же целое не так используете. По одной сути это суть одна. Ну, то есть целое это суть. Это суть, она одна. Но на крайности вы делите по степени использования. Вот молоток, его суть усилитель силы, усилить силу. Вот суть молотка. Это не инструмент, который начинает сейчас ум рассказывать, инструмент, которым можно забивать гвозди. Это применение, способ применения. Это одна сторона. Другая сторона — инструмент, который убивает кошек. Но его суть — усиливать силу. Он не хороший, не плохой, никакой. Вот, он никакой. Но то, как мы его используем, мы даем ему характеристику. Точно так же мы даем характеристику щедрости и жадности. Это суть, энергетика, чувство одно. Но вот как вы используете, то есть жадно впитывать знания, щедро их поглощать прям много, щедро дарить любовь, жадно раздавать любовь. Вот как бы вы ни сказали, я прям не вижу в этом отличий.
Можно щедрость в минус использовать. Я не ценю свое тело, поэтому я отдам свою почку и сама сдохну. Я такая щедрая. То есть я щедрость могу использовать в минус. А могу щедрость использовать в плюс, даря там свое проявление, свою любовь, свои навыки. Точно так же и жадность. Я могу жадно впитывать информацию, а могу жадно забирать у людей энергию. То есть я могу одно и то же чувство использовать как в плюс, так и в минус. Причем противоположности — это одно и то же чувство. С разных сторон на него просто смотрим. И когда мы смотрим, с одной стороны, мы окрашиваем это чувство примерно вот в такую краску, с другой стороны, окрашиваем в другое. У целого может быть много граней. Не обязательно две крайности, дуальности, противоположности. Может быть их там 5, 10, 100 каких-то граней похожих. Это я привела пример, как трансформировать шаблоны мышления. Я надеюсь, понятно. Рассуждайте, почему это целое, почему это одно и то же. Какая это суть? Как применять вот эту сторону, как применять эту сторону? Как я раньше в минус применяла, как теперь по-новому можно в плюс применять? Что это вообще такое? Вот. Не отрицать. Если вы видите жадного мужчину, сразу так, что-то я жадность-то не отрицаю, где-то я ее не использую. И пробуйте весь день использовать жадность во всем, что вы делаете. Жадно впитывайте мой эфир. Жадно поглощайте с радостью, с кайфом какую-то информацию. Жадно оттирая тарелку. Это чувство, чувство такое. То есть попробуйте это чувство везде применить в течение дня. И чтобы оно в вас вросло, чтобы вы перестали жадность отрицать. И тогда люди с неправильным применением жадности отвалятся с вашей жизни, вы просто их не увидите. Опыт прошел, урок прошел, отражать недостаток отражается, минус отражается плюсом, понимаете? Ваш минус внутри, который вы считаете минусом, отражается плюсом, выпячиванием в физическом мире, чтобы мы заметили этот пазлик. Из внешнего мира вовнутрь вставили, понимаете? Вот эту пустоту внутреннюю заполнили внешним. Я еще не знаю, блин, с каких сторон еще рассказать. Но моя инфа, сразу хочу сказать, не для, наверное, не для новичков, не для каких умов, не для средних умов. Вот, так что, может, еще несколько раз придется переслушать то, что я говорю. А те чувства, которые нравятся в других людях, с ними что делать? Ничего, они же вас не парят, вы же не негативите, вы же о них не думаете, вы просто кайфуете, наслаждайтесь дальше. Что с ними делать? Ну и плюс те чувства, которые выпячивают люди, которые вам нравятся, вы понимаете, что вы тоже это можете использовать, это тоже в вас есть, естественно. У меня трое деток и муж абьюзер, а я хочу выбраться из жертвы, но я захотела поиграть в эту игру только по-своему, не вестись на уловки абьюзера. Да, это тоже хорошо, не вестись на его уловки, но смотрите, не переиграйте, потому что, давая отчаянное сопротивление, отпор, ведя борьбу, вы эту борьбу только накаляете. Здесь тоже надо быть осторожным. Если вы эти уловки, манипуляции к себе используете, ну, например, ой, не буду обращать внимания, пускай токсичит на мое безмолвие, а их больше всего это раздражает, и я буду его бить там теми же картами. Так не получится, потому что вы в себе будете копить эти обиды. Они вылезут болезнями, они вылезут проблемами. Поэтому тоже с этим лучше посмотреть его таланты и начать применять. Это будет прям вишенка на торте. Молчание, подавление в себе чувств, взять ему, дать по башке, вот, оно чревато потом проблемы с печенью.
проблема с селезенкой, кровеносные сосуды, остеопороз, шея, хондроз, там, что может еще связано быть? Все со скелетно-опорной системой. Потому что это все будет подавление в себе этого гнева. Так что я не советую, допустим, не играть в его игру. Можно играть, да, чтобы себя учить, там, познавать. Если у вас тактика правильная, вы ничего не копите, ну, то все хорошо. Я просто же не знаю, как вы там с ним работаете. Классный эфир. У меня все классные эфиры, ребят. Все. Все. Хочу посмотреть сериал «Триггер». Я его вчера закончила, 2 сезона. Я все фильмы смотрю на 0,2. Ой, на 0,2. На 2 скорости. На ускоренной в 2 раза. Я не могу вообще просто смотреть медленно фильмы. Если бы была скорость бы 3-4, я бы смотрела на 3-4. Но, к сожалению, на YouTube нет такого и в этих фильмо-сайтах. И вот «Триггер» я смогла посмотреть за 4 дня по вечерам. Прям 2 сезона. Это вообще просто круто. Я его начитала очень много раз еще куча лет назад, когда он вышел в 2019, по-моему. Было сложно для меня, потому что он меня бесил, так как я почти то же самое делаю с людьми. Ну, конечно, не до такой степени, я никуда их там не вызываю, трэшевые ситуации в реальности не устраиваю, но трэшевую головоломку прожить ситуации устраиваю, да, но опять в голове. Вот я бы хотела у него научиться вот так же брать людей, вывозить их на кладбище и хранить их там, сжигать в сарае, как это делал психолог в фильме «Триггер». Советую посмотреть, очень крутой. Так, я жадно слушала и впитывала твою интерпретацию про жадность. Да, жадность — это чувство, это классное чувство. Жадно любить своих детей, жадно там любить этот мир, любить себя. Я жадна до своего тела, поэтому не хочу я в него впихивать никакие там токсины, не хочу отдавать свою почку, отдавать там кому-то свою руку, отдавать навсегда свое сердце полностью, половинку у меня тоже надо оставить для себя. Я жадная, это нормально, вот, в плюс использовать вот это вот все. А так, с любым чувством, с любым словом, вы всему можете найти талант и применение. Наша проблема в том, что мы себя отрицаем. Когда мы себя отрицаем, наши чувства, которые нам не нравятся, все, что нам не нравится, это наше, естественно, в первую очередь, это наше. Приходят люди, как учителя, просто как учителя. Ни хорошие, ни плохие, они не петрушки, не суперклассные. Просто нейтральные персонажи. И показывают, тыкая нас носом, что смотри, блин, ты внутри это подавляешь. Ну посмотри, посмотри. Выпячивают так сильно, что тебе прям больно. Больно от того, как они поступают, эти люди с нами. Но только чтобы мы свою боль заметили в душе, вот эту дыру, которую мы не используем как чувство. Отрицаем его, что вот нет, нам это не нравится. Как раз сейчас перестала молчать. Вот, отлично. Нелли, в тебе идут перестройки, о которых ты нам не говоришь. Ты всегда такая разная. Ну, я всегда разная, они бесконечно идут. Мне недавно женщина высказала в Ютубе. Нель, я от тебя отписалась. Я сегодня скрин выкладывала. Я от тебя отписалась. Ну, во-первых, спасибо, что вы мне об этом сказали. Вот вас только и не хватало, чтобы вы, вот прям вот великий поклон, сказали, что вы от меня отписались. За то, что вот я говорила одно, а сегодня там другое, вчера вот было такое, завтра у меня уже будет другое. Я развиваюсь. Почему я должна застрять на одном месте? Вот скажите.
ты вот говоришь прямо противоположное, вот такую кашу нам в голове создаешь. Ребята, кого вы слушаете? Почему вы себя не слушаете? Я вам с разных сторон говорю, вот есть вот так, а вот есть вот так. И так правильно, и так правильно, и все противоположности правильные, и вообще ничего не отрицаем. И вот собирайте свои пазлы. Из года в год, да, вот 5 лет у меня эти эфиры, которые активно веду. И каждый раз одно и то же. Я от тебя отписываюсь, потому что ты вчера говорил одну инфу, сегодня другую. Блин, ребят, я собираю противоположные вещи в картинку, в целое. Это вот моя жизнь такая. Каждый день, чтобы был новый разбор с противоположной стороны. Сегодня я верю, что снег черный, завтра буду верить, что он розовый. И буду вам это доказывать каждый раз. И вы каждый раз будете наступать на свои грабли и разочаровываться в ней. А на самом деле нужно понять уже, что не надо слушать других людей, надо слушать себя, собирать свои картинки мира, слушать другую правду, но не для того, чтобы ей жить, этой правдой, чужой. А для того, чтобы видеть все стороны каждого угла, каждой точки зрения. Вы, например, видите слона с одной стороны, а с другой стороны он по-другому выглядит. С жопы вот так, с морды вот так, с боку вот так, с пуза по-другому. Каждый свою картину мира рассказывает. Ну и ваша картина мира вообще не подходит к истине, как и истина моя и любых других людей. А почему я разная? Потому что я люблю себя познавать с разных сторон. Вот. А чтобы денежки водились, лучше сначала с годовой работать, головой работать. Не хочется всю жизнь за 50 тысяч работать. Ну, сначала, и с конца, и прямо вот сейчас, неважно в каком промежутке времени, да, мы работаем и с головой. И с головой мы работаем для чего? Для того, чтобы на физике наши действия менялись. Просто сидеть и ждать у моря погоды, поменять реальность на диване, не получится. Те ждуны, которые вот со мной спорят и говорят, то, что у меня все случается и так, мне ничего делать не надо, ну как бы низкий вам поклон, я приду к вам учиться. Научите меня исполнять мои желания. Конечно, с головой мы работаем, чтобы просто убрать все, что нам мешает двигаться и делать какие-то действия во внешнем мире. Других посылов работать с головой нет. В голове мы должны просто убирать отговорки, страхи, что еще? Ну, все, что нам мешает двигаться, все, что нам мешает быть разными, все, что нам мешает расти, познавать этот мир, делать какие-то шаги, что-то пробовать. Все, что нам останавливает, мы должны в голове это видеть, там, выписывать. Можно в голове, можно в тетрадке. В тетрадке просто легче. И рассуждайте, какого хрена я этого боюсь? Или почему мне это мешает? Действительно ли это так? Откуда этот вообще миф такой взялся? Кто мне его навязал? Родители? Хорошо, я девочка? Девочка, хорошо. Мне 5 лет? Нет, 40. Окей, повзрослела? Повзрослела. Ну так, может, родители уже перестанут слушать? Может быть, уже возьмем свою какую-то правду, придумаем? Не будем слушать родителей? Зачем нам эти авторитеты? Они нас меньше любить будут? Нет. Это мы раньше, когда маленькие дети слушались их, боялись ослушаться, потому что нас якобы любить не будут. Ну, такой вот шаблон у детей. Мы боимся и слушаем родителей, потому что страшно, что нас оставят, бросят и так далее. Мы еще маленькие, ничего не понимаем. Мы, мы зависимы и не самостоятельны. Сейчас мы сейчас мы тоже не самостоятельные, потому что бразды правления непонятно кому отдали, обществу, правилам. Но на самом деле мы уже выросли, мы уже самостоятельные, нам уже не надо ни от кого зависеть. Любить мы и сами себя можем. И покушать, приготовить тоже. Руки и ноги есть, голова есть, извините меня, здоровье тоже какое-никакое, ну хоть какое-то, но присутствует. Хоть рот есть, язык есть, глаза есть, что нам еще для жизни надо? Страшно потеряться, ну, есть рот, доведет, глаза там покажут дорогу, есть руки. Достучаться до кого-то, если нам какая-то помощь нужна, мы всегда в любой момент можем это сделать. Зачем мы до сих пор держимся за шаблоны, которые нам навязали родители? Вот это вот и говорю, работать с головой. Когда вы просто рассуждаете перед тем, как что-то сделать, вернее, не сделать.
мы работаем с головой, чтобы убрать все, что мешает нам что-то делать. А что делать конкретно? Ответов нет. Все действия новые и все действия по радости. Вот два маячка. Пускай это будет интересно, пускай это будет новое, пускай это будет в кайф. Это туда мне надо идти. Какой шаг я буду делать, я буду придумывать на ходу, вот здесь, сейчас. А чтобы этот шаг сделать, надо в голове убрать страх сделать этот шаг. Задав себе вопрос, это я вот все отматываю назад, да, опять повторяю одно и то же. Задать себе вопрос, что мне мешает, да, чего я боюсь, что мне не хватает, навыков не хватает. Ну окей, проблема решаема. До тех пор, пока вы сидите, боитесь, что вы там недостаточно компетентны и умны, вы стоите на месте. Но когда вы себе задаете вопрос, проблема решаема, а как? Ну, например, могу пойти и поучиться. Где поучиться? Чему поучиться? Ну, хотя бы у вас начинает шевелиться мозг, да, и вы прописываете себе там. А вот таких-то вот знаний мне не хватает, поэтому шаг не могу сделать. Где их найти? Век информации, друзей, знакомых, интернета. Можно найти информацию, где поучиться, где найти информацию. Информацию можно найти платно, быстрее будет. Можно бесплатно, кстати, тоже быстрее будет. Кто как умеет искать информацию. Поэтому голову отдельно, отвечая на тот вопрос, который был задан, от своих действий обычной внешней там, жизни, что сначала надо с головой поработать. Нет, не нужно отдельно отрывать голову и с ней работать, сидеть и ничего не делать. Бесполезно. Вы с головой поработаете, без практики выветрится все из башки в тот же миг. Вы должны это использовать сразу. Вот все, что вы прорабатываете, вы берете и используете. Как с примером жадностью. Вы трансформировали шаблон жадность, чтобы он у вас уложился в течение дня. Ходите и спрашиваете так. Ну вот я делаю, применимо к этому жадность или нет? Жадно попить чай. Сможете? Жадно, вкусно, с кайфом. Пейте и вспомните про шаблон жадность. Жадно, с наслаждением, скушать омлет. Если вы еще едите эту токсичную еду. Жадно посмотреть фильм с таким наслаждением, ни на что не отвлекаясь. Сможете? То есть проговаривать этот шаблон, что вы его используете. И тогда у вас уложится. За один день шаблон просто вникнет в вашу голову и перестроит. А одна перестроенная нейронная связь цепляет всю бошку. И у вас уже мир не будет прежним после одного шаблона. А когда у вас будет трансформировано там 20 шаблонов, у вас еще сотни поменяется автоматом. А когда 300, потом и дальше вообще ничего не надо трансформировать. Ну, то есть осознавать, оно все будет на автомате у вас. Получается, все, что не нравится тебе в других, нужно принять в себе, отработать, отбелить, перестроить с плюса на минус. Получается, да, из эфира в эфир одно и то же получается. Да, 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 вот, вот да, все посты об этом. Да. Нелли, ты на Камчатку приезжаешь? Нет, у меня голосование. Завтра... Кто проголосует, вернее, какое количество людей я буду смотреть по голосованию, и где больше всего голосов, там завтра я и беру билеты туда. Заговариваюсь уже. Каждый верит во что он хочет. Я вот лично смогла себе подтвердить, что я творец. Приняла точку обзора и наблюдала, получилось. Кайф, поздравляю. Жертв меньше, это круто. Жертвы тоже нужны, не отрицаем. Я собираюсь переехать в Москву, сдавать экзамены, работать. Естественно, само собой ничего не получится. Естественно, не получится. Главное, страхи убрать. И когда у вас нет страхов и шаблонов, а вдруг не получится, а вдруг там меня обманут, а вдруг я время потеряю, ну и так далее. Выписываете вот такие вот моменты. Когда у вас их в голове нет, все идет как по маслу. Реальность подстраивается и вот красную дорожку стелит. Вы вот идете по красной дорожке, а вам только и успевают всучить, там, сфоткать, всучить, там, барабан, цветочки, аплодисменты. Красная дорожка вот стелится, понимаете? Вы вот идете с кайфом, и у вас вся реальность подстраивается под ваше желание. Когда у вас в голове нет блоков, шаблонов, крайностей вот этих вот, шаблонов мышления, как их еще можно назвать, программ,
тех остановок, блокирующих вас от действий. Страхов у меня было много, отметала, стало меньше. Страхи не отметаем, а используем с пользой. Там же офигенный опыт в страхах. Страхи, которые мы подавляем, они всегда будут вылазить и в той или иной форме напоминать о себе. Но если вы... То есть психологи очень легко работают со страхами, вы от них избавляетесь, но они все равно будут всплывать. А вы сделайте по-умному. Вы найдите опыт, который был в страхе, да, и как его применять, как его использовать. То есть ну, это вот прям выше пилотажа будет, как с талантами. Нелли, недавно пост у тебя был, и ты там рассуждала, что выражение «подумай об этом позже» можно применить по отношению к страхам. Работает на 500%. Да, конечно. Откладывание все на потом, мы все откладываем. Это офигенный минус, который нам сливает всю энергию. Если мы здесь сейчас ничего не сделали, потом уже ни хрена не сделаем. Но если мы отключим фокус внимания с этого потом на сейчас, и это потом будем применять, но не к делам нашим, а к чему-то другому, например, к страхам, либо проблемам, либо лени, либо чего? Ругани, токсичности какой-то, пессимистичности. Какие страхи может быть еще? Или линии поведений. Например, на вас снизошла тоска. Ну вот снизошла тоска. Вам что-то надо делать, у вас тоска. А вы такие, так, на часы посмотрели. На тоску у меня выделено время с 19.15 до 19.45. Сейчас еще не время, сейчас 5 часов вечера только. Подумаю, потоскую там о ком-то или о чем-то в то время. Ну вот, не сейчас, потом. И отложили на потом всю херню, которая вам сейчас не нужна. Когда ваш фокус внимания на потом с пользой, вы одновременно это потом использовать на нужных вещах, которые не нужно использовать потом. Отсутствует, то есть, получается, фокус внимания переместили. Я сейчас, наверное, очень сложно сказала. Вот... Сделаю это дело потом. Я вот очень хочу поесть мороженое банановое. Очень легкий рецепт. Взяли бананы, порезали, заморозили. Можно клубничку заморозить, можно ягодки, можно просто бананы. Вытащили мороженые бананы в блендер, замесили, и у вас офигенное банановое мороженое. Сверху орешками, либо шоколадной крошкой. Это просто, ну, белиссимо. Банановое мороженое, во. Клубничное мороженое такое же. Можно вот прям вместе. Так вот, я очень хочу сделать это мороженое, но сделаю его потом, потому что дальше мы не копаем обычно, идем и просто час времени тупим, смотря в точку в одну. И потом такие, ой, а что я вообще залипал, куда я смотрел? Вы берете и делаете так. Тупняк откладываю на потом. Залипать в эту точку, в монитор, там, в мультик, на чай там, или еще что-то. Это у меня по времени будет вот через 2 часа 45 минут. Откладываю на потом. Или чего-то вы там боитесь, откладываете на потом. Ваш фокус внимания сместился на то, что вы отложили на потом. И, соответственно, то, что надо вам делать... Мысли, что это надо сделать потом, у вас нету. Вы ее переключили. Вы одновременно не можете делать одновременно вещи в данный момент, в сей час. Вы не можете делать несколько вещей в потом и в сейчас. То есть либо вы что-то делаете сейчас, фокусом внимания вот на сейчас, либо фокус внимания ваш на потом. Если вы... фокусом внимания на потом, на сейчас фокуса нету. Вы этот момент не проживаете. Вы в этот момент действовать не можете. Вы в этот момент не можете ничего сделать. Ваш фокус внимания на потом. Вот. Но когда вы это потом отложили, ненужное, ваш фокус вот прямо вот сейчас.
Вот на сейчас, вот на то, что вы делаете, ощущаете кайф от того, что вот я сейчас кайфую, вас смотрю, слушаю, читаю, вы меня, я это прям чувствую, мне нравится, и вам тоже кайфово, наверное. И вот это вот сейчас у меня вот не может отнять какие-то другие, вернее, как еще сказать, я вот это вот сейчас от себя отнять не могу, потому что этот фокус вот здесь в присутствии находится. И страхи у меня автоматически, лень автоматически, ненужные дела автоматически отложились на потом, потому что я здесь сейчас. Это, блин, сложная тема с точки зрения объяснения, это надо логически, наверное, расписать как-то, красиво рассказать, я так не умею, у меня вот так вот винегрет. Но ваша задача выловить какие-то свои вот эти пазлы из этой информации, да, и сложить свою картинку мира. Вот тогда будет круто, меня не копируйте. Кстати, меня начинают бесить люди на моем марафоне. Марафон, который называется «Писательский». Темы все слизаны со всех моих тем, вот как под копирку. Ничего вы своего придумать не можете. Потом меня начинают бесить все мои подписчики, которые выкладывают рилсы. Вот у меня вышел пост, и вот 10 рилсов мне в этот день попадается с моей темой, блядь, слово в слово, пересказанным своими словами. Кого хрена вы все копируете? Вот вы пазлы вынимаете, да, ну, творите что-то свое. Это вот была минутка жалования. Побольше, пожалуй, потом. Нелли, открой тайну, что за книжки у тебя скоро будут. А, я переписываю книгу «Деньги», пишу книгу про еду, переписываю книгу про желания, переписываю книгу про страхи, переписываю новую про еду. А еще новое про отношения, что нужно делать с партнером, с которым только познакомился, и вы решили создать отношения. Короче, там будет вот такой вот внушительный чек-лист, чтобы вы с ним сели, раскрыли и обговорили все моменты вашей будущей жизни. Вот, это не план, это не заглядывание в будущее. Нет, это вы должны просто как партнеры договориться о своих границах, чтобы потом претензий не было, да. Договориться, кто там детей будет воспитывать, там деньги как у вас делиться будут, кто там убирается, как у вас там секс будет происходить и так далее. Ну, не в подробностях, конечно, да, а просто вы уже должны знать какие-то предпочтения. Мужику, например, надо 35 раз в день, а вам раз в неделю или наоборот. Вот. Ну, чтобы вы понимали в начале отношений. Потому что потом интриги, скандалы, расследования 1000% будут, если вы не обговорите вот важные моменты. Например, у меня с моим любимым бывшим мужем, мы расходились, я его безумно любила, когда мы с ним сходились, когда мы жили, когда расходились. И сейчас я его очень сильно люблю. Но мы с ним разошлись по причине того, что мы не договорились по поводу детей, мы не договорились четко и конкретно. Я от него слышала, что все, рожаем там через год после свадьбы. Мне все-таки было 35. Вот, и уже время к 40 идет и так далее. Он сказал, там через год, через два по-любому будем, ну, планировать все. Через год или через два. Он мне говорит через год. Слушай, дорогая, вот лет 7, вот даже не рассчитывай. Я так посчитала, мне там уже 42-45 будет, я не знаю. Это, ну, долго ждать. Я говорю, слушай, давай расходимся. Ну, то есть... Мне надо семью какую-то свою, а ты не готов. Вот, надо было это до ЗАГСа обговорить. А у нас как-то вот это вот все замолчалось, и в итоге пришлось расходиться вот из-за таких вещей, да, из-за того, что муж категорически сказал бывший, что дети, ты что, я ребенок еще, какие дети? Я говорю, ну до свадьбы же ты же хотел. Он такой, ну... Ты, может, меня не так поняла? Вот, я этого не говорил. Поэтому я хочу взять и написать вот такую инструкцию, чтобы ее открыли и прям вместе поиграли в эту игру. И прям галочками проставили все моменты, обговорили, что-то вписали, где-то пометили. И чтобы вот эта книжечка лежала дома. И вы при любой удобной ссоре... и неудобно, и заглядывали бы в нее. Это было бы очень крутое подспорье,
Вот взяла идею, вам рассказала. Если кто-то ее украдет, я вас повешу. Я не знаю, что с вами сделаю, но бумеранг даст вам по башке. Все крадут все мои идеи. Окей. Вот, но если вот эту вот украдут, я знаю, что у меня за идея, да, и что я ее обрисовала. Если я у кого-то ее увижу, это будет суд. Миллион благодарностей, что объясняешь по 100 раз. Да не по 100 раз, уже там 1 100 000 раз. Не хочется больше мучить тебя. Да я поняла, вы не хотите меня слушать, потому что 00:30. Я все понимаю, спать хотите. Так, это потом отложено, про это потом забывается. Ну, в 80% случаев забывается. Ну, например, у вас какая-то проблема. Так, я подумаю об этой проблеме, если прям в данный момент не могу к этой проблеме, например, у меня кредит в банке, я не могу в данный момент, вот в 1:00 ночи, решить вопрос с кредитом в банке. Вот прям здесь сейчас я не могу сделать этот шаг. Подумаю о кредите в 19:00 завтра. Все, откладываю. Ну, сейчас бессмысленно. Пока вы это не сделаете, не проговорите, не отложите, ежедневничек, может быть, там не запишите, вы будете сидеть и думать об этом кредите постоянно, круглосуточно. И вы в это время ни хрена не сможете нормальных вещей сделать. Вы не находитесь здесь сейчас, вы не генерируете энергию, вы не наслаждаетесь этой жизнью. Вы просто сидите и думаете о кредите, который вот, ну, сейчас, ну, вот эти мысли, они бесполезны. Он не может решиться только о том, что вы о нем думаете, если вы сейчас ничего не можете сделать. Каждый раз, когда вы откладываете подумать о проблеме, которую не можете решить, вот реально не можете шаг сделать вот в эту секунду, ну, 50-60% отложенных проблем, они решаются только потому, что вы их отложили. Да, с остальными придется, конечно, поработать. Они же для чего-то вам эти проблемы даны. Так, я бы добавила договориться на берегу о том, что если во время ссоры поругались и сказали, что разводиться, то идешь и разводишься без соплей. Ну, как бы, ну, у меня этот пункт тоже есть. Не хочется Нелли наседать, просто эфир уже долго идет. Ну, видите, я тут... А, у меня бананы в шоколаде, божечки, я о них забыла. Ребят, простите. Простите, я вас покидаю, я очень хочу попить чай, время 00:30 с моими конфетками. Давайте я вам сейчас покажу, что там получилось, и попрощаюсь с вами. У кого-то уже 9:30 утра. Сейчас, подождите, оторвать надо. Слушайте, он еще и не отрывается. Тяжело. Блин. Одну секундочку. Ой, божечки, вот. Все, я взяла. Эта конфетка выглядит просто шикардос. А на вкус банан, малина и орехи. И шоколад. Я вам советую делать свой домашний шоколад. Он прям... Он безвредный. Готовится легко. Начинки можно любые использовать. Это оргазм. Я по-другому реально не могу сказать. Многие посмотрят мой эфир. Сразу привет токсикам. Она жрет в эфире. До свидос. Всех, кого я люблю и меня любят. Приятного вам аппетита. Дома тоже что-нибудь съесть. Типа, это некрасиво в эфире кушать. Я знаю. Но я просто, знаете, что? На самом деле я это делаю специально, чтобы вы захотели сделать домашние конфеты, чтобы себя не травить.
если вы себя не травите, токсичные все вот эти вот штуки в голове, из-за токсичной еды, мы себя токсинами блокируем мозг. Мы поели сахар, он бродит. Поели там хлеб с дрожжами. У нас похмелье каждый день. Мы злые, вечно пьяные, вечно спим на ходу. Мы не можем находиться здесь сейчас и решать свои проблемы. Только потому, что мы пьяные. А все это химическая еда, все это сахар, все это, блин, наши дрожжи, хлеб. Хлеб изобрели. Блин, у меня зубы черные в шоколаде и губы тоже. Ладно, пофиг. Хлеб изобрели как биологическое оружие. Третьим рейхом, по-моему, да? Для того, чтобы люди были пьяные и безмозглые. Кто ест хлеб, прекращайте. Все, целую вас. Дочитаю, можно сообщухи. На Камчатке утро. Кофта классная, да, спасибочки. У тебя получилось, у меня все получается. А если что-то не получается, все равно что-то да получается. Поэтому что об этом переживать? Но люди реально вечно пьяные, они не трезвые, они спят. Это есть неосознанность, когда человек наяву спит, когда он не осознает происходящее, когда им манипулирует, он этого не понимает, когда его сознание находится вечно в состоянии такого похмелья, тумана. То есть наш мозг заблокирован, он не работает должным образом, мы не чувствуем, у нас нет там интуиции, ясновидение, яснознание. Мы заблокированы от этих всех чувств, которые являются для нас естественными, только потому, что мы под наркотой. А это наша еда, это дрожжи, это хлеб, это сахар, это белая там мука, это жареная пища, токсины, канцерогены и так далее. Ребят, то, что ваши желания, допустим, не исполняются, потому что нет энергии. А нет энергии из-за чего? Из-за того, что у вас пьяный мозг. То есть это не в переносном смысле, а в прямом. Если вы еще до сих пор не верите, вы просто сделайте эксперимент. Вы просто посыроедьте немножко времени, покушаете какую-нибудь еду, которую не надо варить. Нету хлеба, нету сахара, нету соли. Что-то максимально натуральное, никакой химической обработки, ничего такого магазинного, консервированного. Салат из капусты, проростки, да что угодно. Какую-то натуральную продукцию. И посмотрите, как ваш мозг проснется. Ну, вы просто охренеете от того, что вы будете видеть то, что вы раньше не видели. Вы будете чувствовать то, что вы раньше не чувствовали. Ваше тело будет... ну, таким прозорливым, может так сказать. И всегда будет энергия. А вы поели, энергию слили. Мозг отключился. Вы не можете думать, а когда думать не можете, значит, и проблем нету. То есть вы едите только потому, что у вас стресс. Во-первых, еда вызывает этот стресс, и вы его гасите еще едой. То есть вы стрессуете, поели. Мозг затуманился, стал пьяным, вы ленивы, вы хотите спать, энергии нету. Он отключился, о проблемах мы не думаем, все, значит, мне хорошо, вы в эйфории находитесь. То есть еда, как алкоголь, ничем не лучше, или любой какой-то другой наркоты. Поэтому я ела в эфире вот эту конфету для того, чтобы вам тоже вкусненько стало. Вот. Если я, конечно, невкусно ее поела, ну ладно. Мое актерское мастерство еще не на высоте. Я только учусь. Покажи свою кухню, овощи замоченные, проростки. Вы меня точно не отпустите.
Сейчас у меня ничего замоченного нету, потому что все надо замочить. Так, все здесь было уже отмочено, и зелень высушена и в банке. Хранится очень долго. Сейчас покажу. У меня сейчас в холодильнике не особо много чего есть. Это нут. Что еще? То, что вы... Там сейчас я покажу. Я живу не одна. Лена у меня даже мясо иногда ест. Я ее ругаю. Это Маш. Остатки роскоши. Есть масло домашнее, яйца домашние, химическая вот эта вот штука. Ее ест Лена. Я такое не ем. Че, все. Еда закончилась. Завтра пойдем на рынок. Здесь у меня остался один апельсин. И вот эта штука, я не знаю, как называется. Это не груша и не яблоко. Не помню, твердое. Так, а тут у меня, в принципе, ничего нету. Иногда я не ем 1-2 дня, и вообще не хочется. Что у меня есть? А, у меня есть вот авокадо, пару штучек осталось. Пару киви вот здесь вот. Пару яблок. В принципе, мне на неделю еще еды. Вот, а вот это мой любимый шкаф. Здесь у меня орешки. Вчера наколола. Грецкие. Они, кстати, такой длинной формы интересной. Финики. Каждый день пожираю финики. Вот каждый день. Это у нас кешью. Тыквенные семечки для салата. Что там? Арахис. Ну, арахис редко ем. Семена льна. Просто в кофемолке добавляю сверху горсть в любые блюда, в салаты. Ну, допустим, сейчас можно семенами льна было на шоколад посыпать. Семечки. Из семечки делаю майонез, молоко семечковое, халву. Что там еще? Соусы всякие разные. Вот это для хлебопечки. Хлеб пеку из зеленой гречки и крупы всякой разной. Так, что у меня тут еще есть? А вот здесь вот корки, гвоздику, молю и чищу ей зубы. Я не пользуюсь зубными пастами. И делаю конфеты, финики с гвоздикой. Конфету 1-2 в день надо скушать, и никаких паразитов вообще не будет. В салаты всегда добавляю... Эта штука называется горчица. А это черный настоящий кунжут. Белый кунжут, белый химически обработанный, его не кушайте. Покупайте кунжут только черный. Еще кунжут и все остальное надо перемолоть перед использованием, потому что твердая оболочка не переваривается. Вот это все я замачиваю. Потом у меня есть семена. Это что, чиа? Чиа и вот это вот кино. Я это все просто замачиваю. Тут еще сверху есть еще какие-то орехи. Все. Ничего такого больше не вижу. А. Салаты добавляю. Тахин. Это сыродавленное кунжутное масло вместе со жмыхом. Тахин. И в салаты добавляю, и за место меда использую, плюс мед еще покупаю, тоже закончился. Выжимка из косточек винограда. А еще у меня есть пожитник, который я заливаю в банку и пью. За место кофе офигенно просто. Можно залить в банку водой, горсточку, и каждый день заливать новую воду. Раз 10-15, и потом уже на 10-й, там, 15-й день съесть остаток, ну, вот этот пожитник сам. А воду пить бодрит, не знаю как. Потом еще у меня вот зеленая гречка, из которой я кашу делаю. Вот, вот она просто зеленая, не жареная. Это самая моя любимая крупа. Еще у меня есть соль. Я не ем соль, но для Лены я покупаю...
настоящую в этих в кристаллах и сами ее молим, потому что ту соль, которую продают нам в магазине, есть нельзя после обработки. А и мои любимые приправы сейчас покажу. Это у меня намолотая кожура всех цитрусовых. Я ее добавляю везде вообще. Вот в шоколад могу добавить, в салат добавить. Что я еще ем? Бутерброды там сыроедческие могу добавить. Здесь у меня приправа. Я беру, сушу красные перцы и косточки от перцев. Вот они, косточки. Не выкидываю никогда. В кофемолке офигенная приправа. Дальше у меня приправа. Здесь я намолола горчицу, куркума. Здесь я уже намолола, долго не держу, потому что хранить нельзя лен, семена льна. Я просто их ем, семена льна много ем. Я просто огромное количество в день ем семян всяких разных. Все в сыром виде, я не варю ни одну кашу. Рис я не ем. Так, а что у меня тут еще есть? А, ну и черный кунжут смолотый, который тоже добавляю везде. Ну, если у меня все сырое, я просто порезала. Кстати, приходите ко мне на канал бесплатный для сыроедов. Кто хочет здоровое питание, рецептов там, чисток, много полезных советов, много. Как из-за гвоздики зубной налет. Зубы белые. Я сейчас стесняюсь показывать свои белые зубы, потому что я только что сожрала кучу шоколада. У меня между зубами это шоколад с орехами. Сейчас. Короче, не белые они сейчас, нифига. Я делаю разные зубные пасты. Моя любимая зубная паста – сода, соль, перекись водорода, гвоздика и эфирное масло перечной мяты. Паста офигенная получается. Вот, ну, как паста, она как порошок такой. Можно просто гвоздикой. Не темнеет, не темнеет. То есть они отбеливаются наоборот. Камней нету. Как только я перестала пользоваться зубной пастой химической, это просто ужас. Вы даже не представляете, сколько вы яда потребляете, как быстро он всасывается. И ваши зубы разрушаются от зубной пасты. Эмаль разрушается от зубной пасты. И камни образования от зубной пасты, от той воды, которую вы пьете, там, от той еды. Ну и зубная паста одна из прям самых больших зол в данный момент. Вот. И на своем канале там у нас очень много полезных советов. Там есть все рецепты. И шоколады, и зубных паст, и шампуни, и чем стирать, и что вот вообще, чем мыть. Посуду я мою. Не буду доставать, там банка закрыта. Сода с горчицей. Меня бабушка так приучила кучу лет назад. Не люблю эти моющие средства. Посуда всегда белоснежная у меня. Никаких вот налетов темных кружек от чая, кофе нету. Тайский порошок для зубов можно? Я не знаю, потому что я не изучала их состав, поэтому не могу сказать. Прямой эфир сохраню, если смотрите в Инстаграме, ссылка в шапке профиля. Нажмите там на кнопку, на которой будет написано канал. Если вы смотрите на YouTube, я тоже под видео скину ссылку на телеграм-канал с рецептами, полезными советами. Мы там все время общаемся, болтаем, пишем. То, что днем кушает. Нас 1000 человек там. 1000 человек, которые смотрят за своим питанием, и мы друг друга мотивируем, выкладываем классные рецепты, помогаем те, кто хочет перейти на здоровое питание. Я не топлю, чтобы вы стали сыроедами. Вот, я топлю, чтобы вы просто начали убирать
из своей жизни самые токсичные продукты, из-за которых у вас все болезни. Вот всем, чем бы вы не болели, проблема в них в еде. Хотите верьте, хотите нет. Да, психосоматика первична, мы едим только благодаря тому, что в нашей башке. Если мы там с таким мусором в голове живем, мы и мусор будем есть. Вот, потому что нашему телу нужны внешние факторы какие-то, какие-то условия создать, да, мы своими мыслями создаем условия, чтобы тело нам показывало какие-то сигналы о чем-то. Но как нам показать условия? Тело может попасть в аварию, условия там создали аварии, там упасть, удариться об шкафчик, съесть какую-то херню и так далее. То есть мы сами это все творим. И минимизировать воздействие на тело токсинов, которые полностью затуманивают наш мозг, и мы не можем думать. Просто понимаете, можно, конечно, было бы проработать мозги свои, да, и есть что хочешь, и быть в кайфе, но так не получится. Наше тело физическое, да, его надо тоже заправлять правильным топливом. Машину мы же не будем суп наливать или солярку, там, она там бензин требует. Вот, так же с нашим телом. Плюс иногда многие через мозг работать не могут. Им надо через тело поработать, потому что мозг заблокирован. Нашим мозгом управляет микрофлора через гуморальную систему. Да? То, что вот мы кормим ее, все эти позывы пожрать всю эту херню, да, это не наше желание, да, а желание микрофлоры. И мы не можем ни о чем думать, кроме того, что нам дает. Позволяет думать микрофлора. То есть наш мозг захвачен, можно так сказать. И когда мы очищаем тело, у нас хотя бы появляется шанс поработать со своими шаблонами мышления, потому что эти шаблоны мышления завязаны на микрофлоре. И с двух сторон работать с телом и работать с башкой, вот это вот, ну, самое эффективное. Если вы просто работаете с головой, то в какой-то момент, через долгий момент, как у меня, через очень долгий момент, да, вы перестанете там есть. А если вы перестали есть, но не работаете с головой, вы позже все равно начнете опять есть, уйдете в туман. Надо работать как-то вот одновременно. Все советы, как плавно переходить. Не надо вот резко брать и бросать ничего не есть. Начните убирать сахар. Соль, уберите хлеб, потом уберите все, что с белой мукой, потом начинайте убирать откровенные токсичные вещи, все, что, допустим, в железных банках в магазине, все, где вот такой химический состав, вот эти вот всякие шоколадки, в которых, ну, нету ничего святого, можно сказать, там одна отрава. Потому что онкология, сахарный диабет – это еда. Это еда, вот все, что вы жарите в масле. Потихонечку там с масла перешли на воду. Жарьте все на воде. Начните варить или парить. Ничего не жарьте. Уберите, выкиньте вообще масло из своей жизни, чтобы его никогда не было. Потому что вы едите такие канцерогены. А потом спрашивайте, почему инсульт, почему проблема там с печенью, почему проблема с сосудами, почему все болит, а почему сердце, почему давление, почему головные боли, а потому что вы едите жареное. Ребят, ну не может такого быть, если вы все едите, и вы здоровый. Оно копится, а потом раз и онкология. Ветром надуло. Это очень все связано с едой в первую очередь. Поэтому хотя бы просто постепенно. И когда вы сейчас к вашему рациону, убрав хотя бы жареное и сахар, добавите 50% овощей и зелени, то у вас начнется уже процесс самоочищения. Там специальными какими-то средствами, там покупать что-то, чиститься тоже не надо. Потихонечку вы можете начать с тем, что организм сам начнет выводить. И все это у нас есть на канале. Вот, поэтому добавляйтесь. 2 часа в эфире с вами. Всех целую, всех обнимаю. И я пошла есть конфеты дальше. Спокойной ночи. У кого там доброе утро. Пока-пока.